сейчас снимем с моста небольшую панораму. Этот мост не разводится, и со стрелки Васильевского острова сюда можно попасть на Петроградскую. Это так называемая Малая Невка, то есть Васильевский, стрелка Васильевского острова делит Неву на два рукава. Большая Невка и Малая Невка. И они огибают Васильевский остров. И обе впадают в Неву. Ой, господи, Финский залив. Наверное, это самое широкое место в Неве. Не могу сказать, именно какое здесь расстояние, надо просто по карте посмотреть. Но зимой по льду его вполне себе люди переходят. А когда-то при царе-батюшке первый трамвай именно был проложен по льду Невы, который ходил между двумя берегами. Были проложены трамвайные пути с одного берега на другой, и ходил трамвайчик. Можно где-то фото поискать в интернете, может быть, найду, прикреплю. Вот отсюда виден Петропавловский собор. Где-то там даже видна мечеть с двумя минаретами голубыми. Троицкий мост. Ну и замечательные здания. Начиная с Эрмитажа. Эрмитаж включает в себя несколько зданий. Не только вот это вот зелененькое Растрелевское, но и далее, и далее, и далее. Если вы откроете информацию об Эрмитаже, увидите, что это целый комплекс зданий с разными названиями. А вот с другой стороны, вот там можно увидеть башню Газпрома. И стройка тут, кажется, парк будет, то ли парк, то ли что-то. Вот за голубым забором стояло какое-то там не помню чего. В общем, это все хотели тут какие-то сделать квартал для судей, еще что-то. Ну, кажется, все теперь ограничилось парком. Но если это будет так, то будет замечательно. Вот прямо с куполом это литературный дом, здание, где хранятся рукописи. Известный Пушкинский том, да, литературный фонд, где хранятся рукописи поэтов, писателей, все, что связано с литературой. Так, что находится вот в этом здании желтеньком, я не знаю. Что-то я забыла, надо будет почитать. Ну, далее в лесах находится здание биржи, которое должно было, по-моему, стать музеем нумизматики. Не знала, ставила или нет, что-то там ремонтируется. Раньше там был военно-морской музей. Сейчас он переехал, и пока ничего нового не открылось. Ну, и растральные колонны. Вот ходят такие суда. Корюшка называется, кстати. Мы были у ресторана Корюшка, а это вот проплывает Корюшка теплоходик. Корюшка вкусная, рыбка жареная. В принципе, она появляется в магазинах по весне и потом исчезает. То есть это такой сезонный. Она, видимо, там из Ладоги куда-то плывет. На нерест или там, я уж не знаю, куда. Ну, в общем, когда она плывет, ее все едят. Она пахнет свежими огурцами. Кто-то ею брезгует и говорит, что она там ест, дескать, что-то неправильное. Ну, не знаю, в общем, мы как-то так привыкли ее жареную кушать, поэтому периодически покупаем, когда случается. Это не обязательная часть программы, но Корюшка стала уже неким таким брендом Питера. Так, ну вот тут какой-то теплоход выплывает. Угу. Вот кто-то себе персонально такую штуку снял. Тема хорошая. С
сама с удовольствием бы прокатилась на таком катерочке, хотя меня очень быстро укачивает, как выяснилось. Поэтому я небольшой любитель различного вида плаваний. Мне быстро становится худо, и уже как-то хочется поскорее на берег. Астральные колонны зажигают во время праздников. Конечно, для жителей Питера я не говорю никакую такую новую информацию. В общем-то, вся эта информация достаточно, ну, простая, на поверхности. Но, возможно, кто-то не знает, возможно, кто-то в Питере не был. И хотя бы что-то ему покажется полезным. То есть моя попытка быть экскурсоводом, она без больших претензий. Без больших претензий на такую серьезную подготовку исторических фактов и прочее, прочее. Ну, просто если я буду так вот серьезно к этому подходить, это уже я не буду на самом деле получать такое удовольствие от прогулки. И поэтому я просто говорю то, что приходит в голову. То, что не удалось забыть, потому что все-таки любая информация требует своего обновления. Если человек чем-то не пользуется, как будь то исторические факты, иностранный язык, это постепенно куда-то в данные, в далекие уголочки памяти прячется, и уже так просто не вспомнишь. Многие даты, цифры и прочее. Да можно объехать. В астральную колонну внутри есть лестница винтовая. Кстати, я вот на ту дальнюю астральную колонну залезала по молодости. Сейчас вот они вроде бы так приведены в порядок. А когда-то мы так гуляли, помню, в ранней молодости. Вот эти двери внизу были открыты, вход. И мы по лестнице забрались с компанией и посмотрели на город с астральной колонны. И там, если поднимаешься, такие небольшие окошечки будут. Ну, сейчас, видимо, это взято под контроль. А лет цать назад, в общем-то, мы это проделали с великим удовольствием. Вот здание биржи. Ну, пройдемся по низу, почему нет. Розовый гранит, серые такие камни, мощеный мостовой. Ну и к бирже, понятное дело, приплывали именно сюда. И даже вот эти львы с кольцами, в общем-то, как я понимаю, служили не только декоративной частью, но и буквально можно было вот за эти кольца пришвартовать что-то, привязать. Вот эти такие львиные морды. Интересно, эти кольца поднимаются? Ну-ка, давайте попробуем. Ну, оно шевелится. Поднять его сложно, но оно шевелится. Вот такая львиная морда. Ну и здесь практически каждый вечер, ну, по крайней мере, выходные точно, этим летом играет музыкант и, кажется, композитор Эдуард Назаров. Я не знаю, его ли это мелодии, наверное, его. Всегда много людей, вот там вот сверху сидят, а снизу. Ну, пройдем, послушаем.
Thank you.